Всем огромный привет! И у меня снова закупка продуктов. Что называется, вышла в магазин за молоком. Молоко я все-таки купила, то у меня бывает, что я выхожу в магазин за одним, покупаю кучу продуктов, прихожу и вспоминаю, что не купила то, что надо было. Но молоко я сегодня все-таки купила. Ну и давайте начнем по порядочку. Сейчас я вам покажу, что же я сегодня купила в магазине. И закупочка моя вышла на 880 рублей. Итак, дети попросили купить им мороженое. Взяла вот такое вот. Это мультик есть такой, летающие звери. В общем, такое мороженое здесь. Мармеладки мы как-то уже покупали. В принципе, им понравилось. Оно в стаканчиках. И делает Петра Холод. Очень вкусное мороженое этой фирмы. Поэтому взяла вот такие вот два стаканчика. И сейчас их нужно срочно убрать в морозилочку. Еще купила вот такие вот кукурузные палочки Ухтышки. Здесь у них очень хороший состав. И упаковочки 140 грамм. Детки у меня любят. Да и я могу иногда похрустеть. Поэтому вот взяла такую большую упаковочку. Очень они вкусненькие. Так, ну и дальше пойдем пока по сладкому. Взяла еще вот таких вот конфеток Баунти. Только недавно я их покупала, но муж меня так хорошенечко ополовинил. Хотя он говорит, что равнодушен к этим конфетам, но нет. Поэтому вот взяла еще, впереди у него несколько выходных, будет нам с чем чай попить. Ну и та же участь постигла Киткат, поэтому взяла еще одну упаковочку. Тоже здесь 5 штучек. Так, Любятово печенье. Вот такое вот лимон и мята. Честно, не помню, пробовали мы такое или нет, но у Любятово все печенье очень вкусное. Поэтому решила взять вот это вот, освежу в памяти, может быть, вспомню их вкус, но думаю, будет достаточно вкусно. Оладушкин тоже нравится эта фирма, и взяла вот такие вот сочники, здесь по 2 штучки, с клубникой, взяла их несколько штук, с черникой, так, сейчас еще в пакетике. С малиной и с вишней. У меня просто муж тоже на работу себе вот такие вот к чаю берет штучки. И, в общем-то, я покупаю удобно, что они запакованы. Он, конечно, и мою выпечку берет, но вот такие вот ему удобнее, потому что все запаковано, ничего не рассыпется. Так, еще здесь у меня есть печенюшечки от Любятово. Вот такие вот. Это тонкий крекер с яблоком. Слушайте, в прошлый раз покупали первый раз вот такой крекер. И очень он понравился и детям, и нам. Очень вкусное печенье, поэтому повторила покупочку. Первый раз на пробу взяла вот такие вот сушечки. Они без сахара, без консервантов, без пальмового масла. Действительно, состав у них очень хороший. Конечно, постараюсь вам показать. Кому интересно, ставьте на паузу. Вот. Взяла на пробу. Это тералини классические. Итальянский снэк. И такие же я взяла с чесночком. Взяла на пробу. Они как раз у нас были сейчас по скидке хорошей. Поэтому взяла попробовать. В общем, у нас снеки очень быстро улетают, особенно дети весь день бегают, таскают, поэтому беру постоянно и много. Так, взяла еще вот такой вот багет классический, это тоже фирма Оладушкин. И здесь у нас 270 грамм. Багеты я люблю, вот тоже кому состав интересно, смотрите на паузу, ставьте. И бутербродики хорошие с багетом делаются, особенно с красной икрой. Уксус. Вот такой вот уксус столовый, 9%. Здесь 900 миллилитров. Такой большой объем взяла, потому что на основе уксуса я делаю антибактериальное средство, которым вот на кухне прибираюсь или что-то обрабатываю. Там идет уксус, спирт и вода. И поэтому взяла такой большой объем, потому что и готовлю иногда, использую уксус. И вот при уборке хорошо он у меня идет. И быстро заканчивается. Ну и, собственно, то, зачем я шла, молоко. Эко-милк, 2,5%. Все-таки я его взяла.
Так, и здесь у нас 930 миллилитров. Молоко мы пьем, ну, не активно, поэтому вот взяла всего одну бутылочку. Там у него срок годности просто был, ну, не такой большой. Из фруктов я сегодня купила только бананы. Вот такой вот здесь пакетик бананов. Остальные фруктики пока у нас есть. А вот бананы у нас давно закончились. И до этого в магазине были, ну, не очень хорошие. Выбрать было не из чего. Ну и сегодня на самом деле мне пришлось вот выбирать такие вот, где по два, по три бананчика в разноброс. Но все-таки они были такие хорошенькие, плотные, поэтому взяла. И еще одна покупочка. Это курочка, цыпленок бройлер, петруха. Не первый раз уже беру. И здесь у меня 2 килограмма 200 грамм на 221 рубль. Так, сторонку. Ну и последнее, что я вам покажу. Это я взяла сеточку картофеля. Здесь кило 800. Взяла в Пятерочке. Это фирма «Выгодно». Если честно, не знаю, как будет по качеству картофель, но сейчас, где бы я ни купила, он везде не очень хороший. Ну, это все мои покупочки, и сейчас я вам покажу два чека. Первый чек из магазина «Семишагов» на 571,5. Так, ну и из Пятерочки на 312 рублей. На этом у меня все. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч, пока-пока!